На базе ДЮСШ-Тверь в Чуприяновке разыграли награды первенства и чемпионата области по гонкам на лыжероллерах. Лыжероллеры входят в подготовку лыжников. Это, в общем-то, очень важный элемент подготовки. И стала трасса, раньше ее не было, трасса, катались на шоссе. Теперь, конечно, на шоссе нет возможности кататься с таким движением. И только вот специальная трасса должна быть. Первый день спортсмены катались по трассе классическим, во второй – свободным ходом. Лыжи и лыжи-роллеры – это разные вещи. Ну, как бы на лыжи-роллерах скорость на коньке быстрее, а на классике, наоборот, медленнее, чем на лыжах. В спор за награды региональной пробы вступило около сотни спортсменов. Основная масса участников защищала честь областной столицы. Конкуренцию им составили атлеты из Нелидова, Торжка, Западной Двины, Бологое и Кашина. Принимают участие все, в общем-то, лыжники, кто имеют роллеры. Не каждая эта самая организация имеет роллеры. Некоторые выступают только один день. Значит, у них какие-то роллеры или для классического хода есть, или для свободного хода. Лучшие выявлялись в нескольких возрастных категориях. В зависимости от возраста спортсменам приходилось преодолевать разную дистанцию – от 1,5 до 9 километров. Как отметила главный судья соревнований, человек с улицы вряд ли будет чувствовать себя комфортно на трассе. Одна из основных причин – в ходе гонки развивается приличная скорость, особенно на спуске. А едут лыжероллеры не по снегу, а по асфальту. Потому можно представить, насколько могут быть неприятными последствия от падения. У некоторых спортсменов, особенно юных, на коленях остались явные следы от неудачных приземлений – синяки и ссадины. Маленькие ребята, вот эти 2001 год и моложе, девочки, мальчики, они бежали 2 круга, еще первый круг как-то они еще стоят, а наступает усталость уже на 2-м кругу, и то палка попадает, это самое, и много упали. Но они даже не на спуске, а на ровном даже падали. На финише вот там умудрялись упасть. Однако никто из ребят не жаловался на боль, показывая настоящий стойкий характер. Тем более раны заживут, а завоеванная медаль останется с тобой навсегда. Трасса такая сложная. Но сегодня ехать по погоде хорошо, дышится легко. А так в основном все равно было сложно. Вот вчера на тренировке упал. Ну, это как когда, как. Когда повезет, когда не повезет. Ну, если упал, все этим не заканчивается. Упал, передохнул чуть-чуть и поехал дальше. Все равно заживут раны. В этот раз спортсменам благоприятствовала погода. Жара осталась позади, воздух не раскалялся. И бежать среди сосен к пьедесталу для большинства атлетов было истинным удовольствием. Погода была хорошая, такая прохладно было, легко обижалось. Многие из победителей не могут себе позволить часто тренироваться на лыжероллерах. Однако лыжная подготовка берет свое, и самым настойчивым покоряются спортивные вершины. Редко очень тренируемся, в основном выезжаем постоянно куда-то сюда. Приезжали, всю неделю вкатывали здесь. Так, сборы.